Всем добрый вечер. А у нас сегодня вечер воскресенья, завтра в школу. Арсений наотрез отказался ехать с нами. Чуть ли не до слез это было. Мы просили, поехали. Смотрите на этого классного малыша. Я его люблю! Кто такой классный у нас? Что случилось? Упала кепка. Оба! Обняла так сильно София, да? Все жалеют малыша, жалеют, видите? Я не за баблти. Что такое? Баблти будем покупать? А ничего, купим большой бабл. Только пошли папа посадить. Еще купим. Обиделась на кого-то, непонятно почему. Одевай кепочку. Папе пошла. Забирайте. Поедем погуляем. Завтра в школу, да, Санечек? Да. Все уже, учебная неделя. Ты зачем куклу зашвырнул непонятно куда? О, вот такие эти мальчики. Едем погуляем. Всем добрый день, у нас новый день. Софийку мы забрали из школы. Заехали сразу в кофейню, попили кофе, немножко расслабились, потому что ребенку тоже надо, не только взрослым, но и детям нужно переводить дух после чего-то такого умственного. Ты устала в школе? Нет. Понравилось? Угу. Все окей в школе? Подружки твои все на месте? Оса аккуратно около тебя. А расскажу, ребята, даже Колю попрошу рассказать, чтобы это было как спонтанно. Расскажи, Коля, расскажи, пожалуйста, как Арсений сегодня отреагировал на твой вопрос, как же твой второй день в школе? Я не ожидал такого. Ну и расскажи, как это было. Можете, конечно, на Инстаграме. А, оно уже не будет, в сторисах висит. Короче, я спрашиваю у него. А что, все уже не спит? Да, не спит, проснулась. Коктейль. Расскажи, говорю, как твой второй день, второе утро, там это, сидит что-то, ест бутер, который я ему сделал, потом, как же я задолбался. Так что, ребят, у всех разная реакция. У Софийки наша очень классная реакция, она любит школу, ну, потому что ты, наверное, только второй класс. А Арсений, в принципе, у нас мальчики без проблем ходят в школу, им нравится. Это Софийка взяла из дома сама. Ну, почему-то вставать им с утра сложновато. А сейчас еще сегодня мы записали их в IT, пойдут они IT заниматься. По крайней мере, попробуем. Это не, мы не выбираем еще профессию, но заберите мне всегда... Заберите Нику, я машину с инвалида переставлю. Да, Коля припарковался, чтобы коляску угрузить. А, но уже бы мне хотелось, чтобы они вообще понимали какие-то азы чего-то, кроме того, как играть в компьютере и вообще заниматься безделием. Саша у нас, правда, уже кто знает, он ведет свой канал Russian Games влоги полностью, да, Софийка? Угу. Он сам их снимает, сам их монтирует, сам их выкладывает, ребят. Поэтому Сашу я не могу сказать, он уже подрос, он немножко мозгами подрос. В принципе, он хочет продвигаться где-то в этой жизни. Но я хочу также направить на... Мы с Колей решили, что IT... Они у нас двое с математическим складом ума, и будет просто шикарно. Причем, что учительница по математике, Арсений сказал, ему обязательно войти, у него очень интересный математический склад ума. Поэтому сегодня у нас первое занятие. У Арсения группа немножко попроще. Есть какие-то разные языки программирования. Честно, ребят, я не разбираюсь. Саша идет на Python, Python, что-то в этом роде. А Арсений идет немножко на какой-то другой язык. Немножко попроще и немножко поинтереснее с визуализацией, как мне объяснили. А сейчас мы идем, Софийка, мы идем в Марк Фармель, доча, мы идем в Марк Фармель купить ей, давай здесь пройдем, хочу купить ей леггинсы и футболку, мы, потому что сейчас едем к маме к моей, а она забыла переодевалку взять, сменную одежду, поэтому, чтобы форму мы не вымазали, мы решили купить. Да, Софи, сюда идем, нам здесь нету неподходящие размеры. Она уже свернула. Вот уже и Коля догнал нас. Как тебе первые пару дней школы? Задолбался уже. Мне-то да? Нормально. Ну так ты же в основном развозящий у нас. Ничего. Ничего, нормально? Нормально. Идем так, нормально. Итак, ищем. Это взрослая. Вот детская зона. Ищем самую обыкновенную футболку, самые обыкновенные леггинсы. Нет, мы школьную не будем смотреть. Здесь кроме школьной, Софа, есть я и не школьная. Я хочу худи. Нет, мы смотрим майку и шорты. Давай. Или леггинсы, давай. Вон, майка давай. И леггинсы. Смотри, что тут у нас есть. А, прямо какой-то спортивный костюм. Кстати, леггинсы. Коль, смотри, очень неплохой костюм. Смотри. Папа уже ее оверсайз. Божечки. Вы пришли за леггинсами. У тебя есть? Нет, поменяю ту майку на эту. А, ну, шорты. Да, ну, может быть.
А размер посмотреть, мне кажется, очень маленький. Это оверсайз. А? Вообще-то есть 122-128. А это М для взрослых, это на меня. Коля, это на меня. Пошел взрослый лагерь, короче, ладно. Пока он там ищет, я буду искать вот, здесь. Подожди, XS. Да, конечно. Саша, Коль. Дай ей XS. Нет, ну, это ж как оверсайз. Так там шорты на меня. Покажи ей. Ну, давай. Сейчас она переодевается. Вот тебе папа размер поменьше взял. Бери. Ну, Соф, мы тебя ждем. Ты где там, солнце мое? Итак, смотрим. Вот такие леггинсы, такая маечка. Ну, мне кажется, нормально. Возьмем, да? Давай еще что-нибудь посмотрим. Ну, это возьмем. Да, возьмем. Это, мне кажется, очень подходит как раз бабушке. Давай еще посмотрим. Что ты? Чего ты босая пошла? Куда ты пошла, босса? Иди, пожалуйста, обуйся. Черные. Что? Давай. Ну, нормально. Повернись ну, на папу. Все. Пойдем. Еще... Все, все. Все, хватит. У нас это... времени нету долго сидеть. Софи, давай. Пошли. Потому что сейчас братья приедут, их надо вести на занятия. О, тебе Ника кроссовки принесла. Боже, какой она сладкий ребенок. Это просто сладкий ребенок. Ребята, у нас сегодня уже пятница, да, Никушка? Короче, у нас заболели почти все. Ну как почти? Я, Арсений. Саша сопливит, Ника совсем чуть-чуть сопливит, чихает, держится только Коля и София. Мы сейчас на втором этаже тут играем. Так как играть я могу только лежа на диване. Играем с Никой лежа на диване. Коля привез Софийку, пока что она настроила. Да, хочет включить таких роботов, а там батарейки сдохли. Предлагает мне поменять, а мне совсем не хочется идти на первый этаж. Брать отвертку и менять. Ладно, пошли покажем, что там София настроила. Пойдем. Пойдемте, я вам покажу. Итак, давайте смотреть. У нас вот такой дом строится. Да, Никушка? Да. Какой у Ники был паровозик? Да, вот, да. Помещайтесь вместе. У нас вот в таких пакетах, два таких пакета, вот видите, с таким конструктором. А, София не играла, наверное, года три в этот конструктор, да, Софа? Сегодня с Никой мы взяли, достали, поиграли вот эти паровозики. И тут София пришла со школы, папа ее забрал, и решила, что ей тоже нужно я поиграть. Я увидела домик. Ты увидела домик, который мы построили? Мама. А где он, кстати? Ты его разобрала мама. Уже? Мама. Да, доченька. Я не... А нет. Что? Ты кушать готовила? Молодец, я вижу, что валяется вся форма на полу. Да-да. А ты положи сначала форму. Положи вот эту. Что тебе подать? Учусь я Нику немножко убирать за собой, потому что если не научусь сейчас, это будет трэш потом. Пожалуйста, бей. О, по ногам хоть не получила? Отлично, такая у Софики, видите, есть техника. Ника решилась поиграться с ней. После каждой игры, прежде чем спуститься со второго этажа, мы сейчас убираем. Да, Никуша? Все игрушечки убираем. Видите, сколько игрушек уделать. Много. И кухня Софиина, и домик, да. Что, поломался, села попа и развалила дом? Ты прямо как этот Мишка с теремка. Нет, что, сейчас починю все. Чини.